Всем привет! В четверг вышло обновление. Пригородные поезда Лондона. East Coast Way Rush Hot. Вот. Все, кто играл, вот эти 4 квеста. Или сколько тут? 6? Нет, 1, 2, тут 8 же, да? Значит, 4 квеста. Вот эти 4 квеста были пройдены у кого-то. А вот эти новые квесты пошли. А, 5 получается, да? 5. Значит, 3 новых квеста, да. Вот. Сколько тут? Полчаса? 35 минут, да? 35 минут. Ну, давайте 35 минут вот это проверим. 10 тысяч надо доплатины. Ой, до золота. Да, 10 тысяч. Вот. Сегодня вам предстоит управлять двумя сплёнными электропоездами. Маршрута 30... Класс 31-32 на маршруте между станциями Брикстон и Левес. После этого вам нужно выполнить процедуру расцепки и продать поездку со станции... Короче, вот до сюда центра доезжаем, там отцепляем вагоны и до сюда доезжаем. Все понятно, короче. Блядь, процессы там пиздец, там у меня это... Просто перегревается. Извините за выражение, конечно. Кулера шумят, только так, нахуй. Son of a bitches. Come on. Да я знаю. Вот этот старенький, вот этот. Вернее, ну то, что как обновленный, да? Вау, вот этот новенький, Coast Way, вот он. Сейчас заценим его изнутри. Слушай, тут все по-другому, да? Слушай, да? Ух, как непривычно-то. Так, установитель ключ проводника. Вставить, да? Да это можно открыть. Нет, справа. А, да, справа. Да там вот он можно закрыть. Так. Я понимаю, это только ядка, да? Стекло чистить, не дождь не идет, наверное, не идет. Непривычно, закрывай все. Так. Да-да. Да, не похоже. Что, нам направо ехать? Слушай, нет, это какая-то другая, значит, карта. Я направо никогда не ездил. Туда же была дорога. Или мне кажется? Я уже забыл. Давно не было. Может, еще тяги дать? Так,
нахуй здесь не фоткай. Надо, да, блин, далеко. Такие же тормоза, как и у этого. У него что и скорость, вот так вот все синхронно. Будет по-другому. Рукояточку тут снять слева, да? Ну, в принципе, пойдет. Чё пойдет? Твои люди будут из тоннеля выходить. Пойдет, блядь. Как ляпнешь, Макс. Как уже пукнешь, ну. Закрыть. Так, вот тут мне тут устроил массовое. Я же сам себе работу усложнил. Теперь вот найди ее теперь. Вот, а назад едешь? Нормально. Сейчас мы выйдем. Объект-то. Четыре километра. А посмотри, где здесь у него этот свет включается. Не, это помедленнее, Макс, это вот. Где лучше? То есть ты на той четвертой рукоятке ты уже разгонялся до 140, уже спокойно ездил.
сохранить. Да, он отличается. Значительно. Хэллоуин, Хэллоуин. О, нифига. Назад поставить, в принципе, да, тормоза вот так вот. Кстати, да, я это забыл уже сделать. Не так быстро мне автоматически. Что ты такой глупый, там красный еще стоял, блять, ты походу все запорол нахуй. О господи. Мне так непривычно. Какой там я что-то сделал? О, видишь? Нашел. А не, я что-то делал 6 из 15. Не успею. А знаешь почему? Красный. Нехуй сдавать задом, блядь. Ты сейчас. Ты скрипт сломал. Знаешь, что это? Да. А кто-то скрипт сломал. Макс он сломал. А все, это руина. Все, сейчас заново надо играть. Не надо было ехать за задним ходом. Так, загрузить последнюю контрольную точку. Не надо было ехать задним ходом. Осталось, как ездили. Ты запорол всю игру сейчас, эту, блядь, игру нахуй. О! Видишь, сейчас скрип. Видишь, повезло тебе, Макс. В следующий раз будешь умней, нахуй. А если бы это было в реальной жизни, тебе еще выебали бы, нахуй. Вот. Еще так вот, нахуй. Или премии лишили бы. Максим, блядь, как так можно было? Ладно, это симулятор, хуй с ним, блядь. Мы бы поняли. Ну да ладно, блин. Ну вы тебя поняли, поняли бы и прости, и прокляли. Как так-то, Макс? Сейчас до центра, да, потом направо. Карта такая маленькая, если честно. 37 километров написано. Слабо. Четвертый уровень. Сейчас там надо будет вывоз.
Наверное, прицеп подгонять. Фу ты, прицепы, вагоны. Удрячи в каждом. Такой же проехал. Там автострада ехала. Да я что-то. Вот это я не помню. Сюда новая какая-то как. Коров, овец не помню, что будет. Три выпавшие бомбы с диагноз плох. Сохраняемся на всякий случай.
нормально. Да, у них там есть такие тупые повороты. Не согла... Я соглашусь. Есть. Здесь светофор-то я не вижу, блядь. Так, сохранись. Слева открываем ворота. Сейчас что сейчас делать? Вам предстоит добраться до станции Сейлфорд. Сейлфорд Сити. Что сделать? Ага, отключено. Ключ вытаскивать. Направляйтесь в переднюю кабину задней секции. Ой. Купить. Все. Идиот. Тут я вроде подбирал какую-то станцию. Вокзал большой. А, нет. Ну, а здесь может быть и не одна. Ну да. Что ж, выше. Что ты наделал, не понятно. Там потом что, поворотка будет? Здесь вот что, сцепится, да? Сюда нельзя, женщина. Здесь красненькую точку надо нажать. А, вот хвостовые, буферные огни. Вот они, ёпта, я их искал, блядь. Так, установите ключ проводника. Что там, все, да? Не? Semper Fi. Ну, там посадка долгая, можно это... прогуляться сходить. Далее, наверное, зеленый, но ну да. Он же не может задом стоять, не поедет же. Ого. В натуре сюда можно тоже. Банкоматы там.
Прямо туда сейчас. Да, направо нам. Так, вперед, тормоза. Закрыл двери. У тебя блокировка стоит. Да, я уже понял. Такой маленький, три вагончика. Да, три вагончика. Там же сейчас. Боже, через речку будет. Чтобы не погоню, чтобы тебе не та, не та, не то, не пригородный город, не пригороды, вот он. Там, да, там тебе будут разогнаться, почему неплохо там. Да, тут ночью. Да, вот у нас сейчас ручка. Да, как надо. Что-то тут измененное есть. Ну, так кажется. Но я не помню, что это. Здесь где-то станция, вот здесь вот. Здесь, блядь. Чё надо, ёпта?
сюда есть. Натуре что-то здесь приделали. Так, тормоз был, да? Я еще не курил. А, тебе тормозить надо. Один хуй, блядь. Хочешь ты, не хочешь? Так, тормоза отпускай. Так. Сейчас мы яйца ему поотрываем. Лево, лево, лево. Слушай, я тут не знаю, тут есть она вообще? Если только в одном месте проверить. Да, она проработалась. Еще 7 штук. Поехали, поехали. Не поедем, да? Значит, не с двойки, а потом с тройки. Ехать-то 4 километра, блядь. Особо не разогонишься. Ты рассказал, да, Макс? Да, здесь и здесь. Сейчас закончу. Он обещал вернуться. Так. Блядь, рофлят нахуй 56 километров. Чё там, блядь? Пора тормозить у нас.
давай. Троечку. Это что у нас справа? Что это может быть? Да какой-нибудь дельфинарий, блядь. Да. Товарняк. А их место, да. Надо тормозить. Чем 50-ками в час не остановишь? Похуй. Так будет. Открыть слева. Так, поехали. Так, что там? Окно, окно открой. Так. И тут открой. Чё, Макс, удобно вылезать, да? Удобно? Где она может быть? Где она может быть? Нет. Говорил, давай заранее спустимся по тормозам, а ты так... Не, рано, 50-ка мы не остановим, на. Ой. Да что, зубы? Так, ну что, последняя финишная прямая, так сказать, да? Да, блядь, побрюсь вчера, блядь, чё здесь тешится, типа, да. Ты кожа такая, значит. О! Там уже 4 часа, да? Как раз полчаса. А то и вышло. Сука. А Вакс один это. Койоту 2, блядь. Скорее всего, да, это последнее. Раз светофор красный, значит, все. Блин, непривычно. Потому что я... Двери там нет. Я просто привык, когда
Встаешь сразу на выход, нахуй. Вон он. Еще 5 штук осталось. Не, надо дальше пойдем. Нифига себе. Погоди. Та-та-та-та-та. Сколько, 2 километра вообще? Мы там, по-моему, парковали в последний раз. Баржа другая уже. Там лайнер был, а вот баржа какая. Не, вот баржа, корабль просто. Только разогнался, да, и сейчас тормозить будет. Все, теперь точно все. Нет, я тут не был. Можно, нужно картину. Тормози давай. Пойдет. Да. Excuse me. Четыре штучки. Так, ладно. Что там по времени обошлось у нас там? Что? 44 минуты. А 35 сказали. 35 сказали. Ну, убирай, короче, минут 5. Твой пиздёж. 39 будет, к примеру, да? 39. Серьезно, еще ехать?
А только разберешься, опять тормозить. Блин, там у них офигенно. На, тупик там, ёпта. Еще из Китуи. Матес Судска. Не все, Макс, не все до упора. Да. Каждый делает по-своему, Макс. Нет! Быстрей! Найс, успел. Сорок пять, а было 35. Кто-то пиздоболит. До 10 000 не хватило, Макс. Ага. Ладно, я ушел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Хотя бессмысленно говорить. Ладно, я ушел спать.